Целую неделю с 18 по 23 мая в Одессе проходит Одесса Wine Week. Организаторы фестиваля подготовили мероприятие как для профессионалов, работающих в винной индустрии, так и для ценителей вина. Украинские виноделы сталкиваются со многими проблемами, однако отрасль продолжает развиваться. Главная цель мероприятия – развитие виноделия как в регионе, так и во всей Украине. Это мероприятие, я не побоюсь этого слова, грандиозное. Впервые, мне кажется, в истории Украины мы делаем именно такое масштабное мероприятие, основная задача которого на сегодняшний момент все-таки привлечь внимание к винодельческой, виноградо-винодельческой отрасли нашей страны. Мы очень хотели бы этим мероприятием привлечь внимание, повысить статус винодельческой отрасли, изменить отношение к этому продукту, прежде всего, жителей. Председатель Одесской областной государственной администрации отметил, что виноградарство и виноделие являются одними из приоритетов развития Одесской области. Особенно актуально внимание к этой отрасли на фоне сокращения площадей виноградников. Так, в прошлом году виноделы высадили всего 46 гектаров. Сегодня общая площадь виноградников региона составляет почти 25,5 тысяч гектаров. Это 61% от общей площади по Украине. Одеський регіон свого часу, ще в першу каденцію був заведений європейський регіон виноробів, то ми хотіли б послухати наших колег, вивчити досвід певний з тим, щоб напрацювати проєкт закону через народних депутатів, подати для того, щоб дійсно Одещина і взагалі південь України, як територія, яка здатна вирощувати доволі високоякісний виноград і виготовляти якісне вино, були конкурентоспроможними. Председатель Ассоциации виноградников Украины подчеркнул, что подобные фестивали помогают виноделам обмениваться опытом и наращивать утраченные позиции. Еще 50 лет назад Украина входила в десятку самых крупных винодельческих стран мира с потенциалом в 400 тысяч гектар виноградников. Сегодня мы не в самом находимся лучшем состоянии своем, но тем не менее мы реанимируем. За последний год, полтора года создалось больше около 30 новых винодельческих компаний по всем регионам Украины. И это, соответственно, такие мероприятия, они только развивают не только маркетинговую составляющую, но и технологический прогресс в виноградарстве и виноделии. К слову о технологиях. Одесскую неделю вина посетил и зарубежный гость из Франции. Винодел с 30-летним стажем поделился со своими украинскими коллегами опытом выращивания и уходом за виноградом. Главный совет – не стремиться кого-то обогнать, а развивать свои сорты винограда, которые идеальны именно для наших климатических условий. Choisir une direction française, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. Je vois aujourd'hui des évolutions de consommation au plan international. Oui, les cépages internationaux sont toujours très largement consommés. Le chardonnay, le sauvignon blanc, le cabernet sauvignon, ils sont français pour la plupart. Mais je vois aussi des jeunes consommateurs, des professionnels du vin qui s'intéressent aux cépages d'origine des régions. Et vous avez une carte à jouer. En Ukraine. Кроме того, для производителей состоится международная и весьма актуальная конференция, посвященная виноделию и виноградарству в условиях меняющегося климата. Также на фестивале состоится всеукраинский дегустационный конкурс, во время которого сертифицированные винные эксперты будут оценивать украинские вина по международной системе. А 5 лучших марок будут разливать на высоте 10 километров. По замыслу организаторов, это должно символизировать взлет украинского виноделия. Главное, чтобы не только на словах. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».